Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел встречу с директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизаветой Лихачевой, которая прибыла в республику на открытие современной инсталляции художника Эдуарда Кубенского «Цветы». Рашид Тимрезов поблагодарил Елизавету Станиславовну и всех участников патриотического проекта за решение реализовать его именно в Карачаево-Черкесии, где установлен уникальный памятник защитникам перевалов Кавказа. Современный художник говорит на очень важную тему. Мы знаем, какой ценой была остановлена фашистская армия на перевалах Северного Кавказа. Как совсем еще мальчишки героически отстаивали каждый метр высокогорья. Именно поэтому считаю сегодняшнее событие знаковым не только для Карачаева-Черкесии, но и всей России. В ходе встречи директор Главного музея изобразительного искусства страны выразила уверенность, что этот проект, стартовавший в нашей республике, будет реализован и в других субъектах Северного Кавказа. Под эгидой Пушкинского музея будет создан единый культурный ландшафт, который позволит жителям наших регионов не только приобщиться к современному искусству, но и еще более проникнуться чувством гордости за поколение воинов-победителей, за нашу великую страну – Россию. Глава республики выразил уверенность, что эта встреча и этот проект станут первым шагом долгосрочного сотрудничества Карачаева-Черкесии с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина.